32 проекта социально ориентированных некоммерческих организаций получили государственную поддержку, сообщил глава департамента внутренней политики правительства Севастополя Сергей Бездольный. Проектам-победителям выделена субсидия на общую сумму более 41 миллиона рублей. Самые значимые проекты, которые стали победителями конкурса в 2021 году, конечно, можно разделить на ключевые направления. Прежде всего, это социальная защита, это охрана здоровья, развитие институтов гражданского общества, поддержка семьи, материнства, детства, охрана окружающей среды, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Всего в конкурсе 2021 года участвовало 80 проектов СОНКО. Запрашиваемым объемом финансирования более 150 миллионов рублей. Субсидии в размере от 250 тысяч рублей до 2 миллионов рублей получили 32 некоммерческие организации. Реализовать проекты им необходимо в течение года с момента заключения соглашения. Есть, в частности, проект «Экопрайд», Севастопольская региональная организация по восстановлению окружающей среды. Понятно, что люди занимаются вопросами экономии, вопросами экологии, вопросами формирования правильного отношения к, в том числе, раздельному сбору мусора. Губернатор Михаил Развожаев также отметил, что на одном из ближайших заседаний правительства будет рассмотрен документ, который определит порядок безвозмездной выдачи помещений для работы некоммерческих организаций. Фонд этих помещений не такой большой, и решение принимает город, предоставлять или нет. Но мы договорились, что порядок будет открытым, прозрачным там, и так далее. С победителями конкурса уже заключили соглашение. Сергей Бездольный подчеркнул, что в 2022 году фонд президентских грантов продолжит софинансирование конкурсной поддержки некоммерческих организаций на региональном уровне. Заявки от субъектов Российской Федерации принимаются с 1 по 30 декабря 2021 года.